Тарасенко победил Радулова. Сент-Луис обыграл Даллас 2-1 и вышел в финал Западной конференции НХЛ. Матч закончился во втором овертайме после гола Патрика Маруна. Сент-Луис победил в серии со счетом 4-3. Форвард Далласа Александр Радулов очков в этой встрече не набрал. В составе «Блюз» в финал Запада прошли россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашов.